Пакистане при попытке побега убит лидер радикальной группировки Лашкар-и-Джангви Малик Исхак. По сообщениям местных СМИ, его сторонники напали на тюремный конвой. Завязалась перестрелка, в ходе которой полицейские ликвидировали еще 13 боевиков. Двое из них были сыновьями лидера террористов. Жертв среди силовиков нет. Группировка Лашкар-и-Джангви совершила в Пакистане ряд терактов против шиитов. В частности, она стоит за взрывом в городе Кветта в 2013 году. Тогда погибли 80 человек.